Привет! Сегодня мы сделаем одну довольно полезную самоделку из вот такого количества винных пробок. Не спрашивайте, откуда это взял. Алкоголь – это зло. В данном случае у меня это обрезки велосипедных спиц. И сейчас нам нужно сделать перво-наперво просверлить. Вот таким вот образом. Сверло двоечка. Желательно посередине. Отверстия нам нужны в первую очередь, чтобы продеть насквозь, получается, наши спицы. В данном случае я буду вставлять по 3 штуки на спицу, а потом просто спицу обрежем. У нас получается вот такая вот сборочка. И сейчас соберем все остальные в такую же кучу. И дальше уже покажу, что нужно делать. Теперь нам нужно просверлить вдоль. Как и сказал ранее, остатки нужно откусить, вот эти вот. Как и сказал, заливаем откусанные части клеем. Мы же слегка замазываем клеем. Вот таким вот образом. Ну а теперь настало время собрать все до конца. Берем также оставшиеся у нас спицы. Продеваем заранее просверленные отверстия. И одеваем уже также третью. Это, конечно, стало уже немного сложнее. Ну что, друзья, мы закончили. Я все края проклеил. Здесь тоже пролил. Она получилась вот такая вот мобильная. То есть ее не страшно согнуть. Можно все выгнуть обратно. Ложится замечательно. И угадайте, что это? Правильно, это подставка под горячее. Сейчас продемонстрирую. Вы можете сказать, что выглядит парфозно, но, допустим, подставка под горячее на улице летом, к примеру, сняли либо сковороду с мангала, либо казан с плоским дном у нас есть. Вы сняли и поставили на стол, чтобы не ставить на стол на улице покрашенный. Поэтому для уличных нужд пойдет самый раз.